Большое спасибо, Рав. Доброе утро, друзья. Я сейчас услышал, что вы говорите, что продвижение наше, оно определяется также и сопротивлением, которое мы чувствуем по отношению к Творцу, к пути. Вопрос. Отягощение сердца, оно связано не так, как работа с товарищами, а именно работа перед Творцом. Так, может быть, человек может это сделать с помощью товарищей? Да и нет. Бывает разное. Нельзя определить, так это или не так. Насколько я все-таки стремлюсь к объединению с товарищами, для того, чтобы построить, для того, чтобы выстроить основу, базу, и тут я продвигаюсь все больше от духовного к духовному, насколько я забочусь об этом, чтобы у меня была такая основа в связи с товарищами, я прохожу состояние быстрее и легче. И даже есть вопрос, не отменяю ли я этим мое усилие, потому что это легко, это становится легко, когда я объединяюсь с товарищами. Неверно. Идите таким образом, что вы все больше связываетесь друг с другом, и вы будете проходить более тяжелые состояния намного более легким образом. И вам не надо будет измерять тяжесть, вам надо измерять связь между вами. А свыше вам дадут и тяжесть, и характер от ключек. Вы увидите. Главное — подготовить себя к состояниям, когда мы можем решить все проблемы вместе. А если человек находится в одиночку, то об этом написано, что он ест себя поедом, что глупец сидит сложа руки и ест свою плоть.